Всем привет. Сейчас мы будем делать реакцию на канал Кагерис Твинс. Видео называется «Чего боятся близнецы?». Поехали. Йоу! Я Тамирис, я Наргиз, и мы Кагерис Твинс. И сегодня мы решили снять для вас такое видео, где мы вам покажем и расскажем, чего мы боимся. То есть наши основные страхи. Так что, если вам интересно, то оставайтесь с нами. Вообще у нас 4 самых больших страха. И первый, самый большой страх, это страх темноты. Мне кажется, все боятся темноты, но мы особенно. И сейчас вы увидите, как это примерно выглядит. У нас фонарик, не страшно, все нормально. Пошли, не страшно. 2, 3. В общем, да, именно так мы себя чувствуем, когда мы ходим в темноте. Да. Второй страх – это страх высоты. Вы знаете, что немало кто боится высоты. Именно в этот список людей, боящихся высоту, входим мы. И как же страшно. Я сейчас упаду. Все, давай. Жива! На самом деле это шутка. Мы не боимся ступенек. Вот такой высоты мы не боимся. Мы серьезно боимся высоты, но это было просто just for fun. Третий страх в нашем хит-параде страхов. Это страх удушения подушками. Вы знаете, да, что во многих фильмах и сериалах всегда типа душат подушками. И на самом деле этот страх можно по большей части отнести к Тамирис. Да, на самом деле я очень боюсь, когда душат подушками. У меня такое было, но это было, знаете, просто по приколу. И сейчас на своих экранах вы можете увидеть, как это выглядит на самом деле, когда я прикалываюсь над ней в такие моменты. Но это на самом деле очень большой страх. Да, с этим нельзя шутить. Но исключение шутит. Ладно, смотрим. Не, ну это вообще-то не смешно, но... Ну и где ты там? И последний страх, о котором мы хотим вам рассказать, это страх замкнутых помещений. Ну знаете, когда мне кажется, или все самые большие страхи людей сконцентрированы на них, нет? Что происходит, когда реально стенка типа... Мы никогда этого не ощущали, но почему-то мы ужасно боимся этого. Тамирис! Меня стенки сжимают. Я сюда залезла, не знаю зачем. Дышать нечем, меня сейчас расплющит. Фу! Вот и все, наше видео подошло к концу. И надеемся, вам понравилось это видео, и вы смогли увидеть себя в этих моментах, потому что мы не единственные, кто боится именно этих вещей. Именно высоты и темноты, удушения и замкнутости. Так что, если вам понравилось это видео, то давайте попробуем набрать 10 000 лайков. Лайкайте прямо сейчас. Также не забудьте подписаться на наш канал. А мы с вами увидимся в следующий четверг. С вами были ваши любимые Кагерис Твинс. Пока! Самые большие страхи, кроме удушения подушками, потому что я об этом вообще слышу первый раз. Но вообще очень много страхов у людей, если честно. Мы самые распространенные изучали в университете. Вот. И самое интересное то, что они имеют 3 больших страха, которые имеют большинство людей. Но так как они постоянно перемещаются вдвоем, мне кажется, им менее страшно. И я заметила то, что они постоянно называют свои видео, как-то обобщают. То есть все близнецы боятся. Я почему-то думала, что они скажут, что первый страх близнецов, ну или один из них, это страх того, что их как индивидуальную личность не будут признавать, то есть их будут постоянно путать. Вот. Но они говорили чисто сугубо о своих страхах. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока.